Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 765 из раздела «Комбинаторные задачи». Витя, Толя и Игорь купили вместе интересную книгу и решили ее читать по очереди. Выпишите все варианты такой очереди, сколько есть вариантов, в которых Игорь на первом месте, а Витя на последнем. Итак, первый вариант. Витя, Толя, Игорь. Витя, Игорь, Толя. Толя, Витя, Игорь. Толя, Игорь, Витя. Игорь, Витя, Толя. Игорь, Толя, Витя. Игорь на первом месте в двух вариантах. Когда Игорь, потом Витя, потом Толя, или же Игорь, потом Толя и в конце Витя. Витя не на последнем месте в четырех вариантах. Это вариант Витя, Толя, Игорь. Витя, Игорь, Толя. Толя, Витя, Игорь. И Игорь, Витя, Толя. В этих вариантах Витя не на последнем месте. Или на втором, или на первом. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.